ничего не слышала об этом городе. Он, оказывается, такой большой. Я приехала почти на красный. Почти не посмотрела, только в процессе езды. Причем так интересно, навигатор завел с такой скромной очень стороны, одноэтажной. Я решила, что он такой же и есть. А оказывается, он реально большой, то есть даже с четырехполосным движением в одну сторону. А еще навигатор вот здесь теряется. Вот сейчас он шумит как раз. Даже трамвай есть. Я прошу прощения за этот грузовик, который подсунул свой хвост в самый интересный момент. Ну что поделаешь, трамвай едет слева. Уже такой интересный рельеф нашел. До того такого не было. Интересно, дальше так будет или нет. Очень бы хотелось посмотреть изменения рельефа ближе к Красноярску, как оно будет. Ну, не знаю. Возможно, я буду в темноте подъезжать. И ничего такого интересного.